Где бросили украденный мотоцикл и как сыграл нефтехимик с нижегородским торпедо? Об этом не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Шел по городу, увидел мотоцикл и решил его угнать. Полицейские задержали 18-летнего подростка, который ночью оседлал чужого двухколесного коня. Увидев мотоцикл, парень подошел к нему и снял руль с блокировки. Покатавшись по городу, он бросил его на соседней улице. Возбуждено уголовное дело. К нам в редакцию за помощью обратились Ильгиз и Рашида Якушкины. В их семье произошла трагедия. 12-летнему сыну Ильназу врачи поставили страшный и тяжелый диагноз – рак головного мозга. Маленький Ильназ хорошо учился и занимался танцами в коллективе «Новое поколение». После обращения к врачу с жалобой на зрение Ильназа отправили на МРТ. Оно-то и выявило страшный недуг. Казанские врачи сделали мальчику операцию. Теперь семье требуется больше 1 000 000 рублей на дальнейшую реабилитацию. Куб для сбора средств находится в фойе нашей телекомпании. Благотворительный фонд «Вместе» оказал помощь нижнекамцам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Накануне 4 семьям вручили необходимые им лекарственные препараты и абсорбирующее белье. Такую благотворительную помощь фонд оказывает регулярно. Неравнодушные нижнекамцы могут присоединиться к акциям по сбору денежных средств. Кубы для сбора денег находятся в аптечной сети «Казанские аптеки». В скором времени с благотворительной акцией фонд «Вместе» отправится в Камские поляны. Хоккейный клуб «Нефтехимик» одержал победу в 3-м выездном матче против нижегородского «Торпедо». На первый перерыв команды ушли при нулях. Лишь во 2-м отрезке игры «Нефтехимику» удалось открыть счет. Отличился Джефф Таффе. В 3-м периоде хозяева льда сравняли счет, поэтому победителя выявлял овертайм. На 61-й минуте победный гол на свой счет записал Михаил Жуков. Итог матча 2-1 и победа нижнекамской дружины. Следующий матч подопечные Крикунова проведут завтра в Минске против местного «Динамо». Но мы напоминаем, что сегодня на нашем канале состоится прямая связь с Айдаром Метшиным. Начнется она в 18:30. На протяжении нескольких часов глава города и района будет отвечать на ваши вопросы и подводить итоги 5-летней деятельности. Смотрите прямую связь и дозванивайтесь до нас в прямом эфире. Ну а теперь о погоде. Малооблачную погоду обещают сегодня синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5 метров в секунду. Ну а частичка Нижнекамска окажется в космосе, и 2 магазина с пенными напитками обокрали, и нижнекамцы помогли нуждающимся. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. И напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntrtv.ru. До встречи!